в составе играет Moon Red Star. Ох, злится сейчас сам на себя, Хатикани, что не сумел сделать хиты. Не будем упрекать Салат Юлаев за то, что он не реализовал большинство. Вот, стычка возникла у борта. Держит все под контролем, решили не свистеть. Контратака Кунун Ред Стар. И четвертая шайба залетает в ворота Мэтсовы. Отличный хоккей мы смотрим. Ну, то есть, это хоккей, которым вряд ли довольны тренер, потому что очень много голов и очень много контратак. Но для болельщиков такой хоккей, это что-то сказочное, праздничное. Палола отличился и передачу ему сделал человек, который поучаствовал во всех результативных атаках Кунун Ред Стар. Это Сэм Лофт. 4 набранных очка у защитника.